Итак, друзья, всем привет! В этом видео я буду делать подготовку под заливку пола. Вот так вот выглядит идеально ровный пол. Две точки и дает нам вот такой вот зазор под правилом. Местами есть шишки. Вот на этом, в общем, месте оно скачет. Причем вот это место... Оно вот здесь вот целиком, вот это все место нужно будет зашлифовывать с помощью вот такого вот приспособления, которое я собрал сам для того, чтобы чистить краску. Но также его можно использовать для того, чтобы выровнять неровности на полу. Вот это вот все, это никуда не годится. Ламинат на такую поверхность стелить категорически нельзя. Вот сейчас, в общем, я... В местах, где у меня есть бугры, шишки, я буду снимать, шлифовывать с помощью вот такого вот приспособления. Подключу пылесос для того, чтобы это можно было сделать как можно менее пыльным. Так, ну и потом уже там, где ямки, там, где неровности, я буду уже вытягивать с помощью правила и плиточного клея. В общем, смотрите, как это будет происходить дальше.